Гармонія і рівновага, мінерали та мікроелементи. Все це потрібно організму кожної людини. Біола Знаменівська. Вода, що має біологічно активний склад «Аквабаланс». Відтепер у новій, досконалій формі. Біола Знаменівська. Ідеально збалансована природою. Всіх привітаю. В стінах нашої уютной, комфортабельной, мы считаем, базы. Два слова о том, почему мы решили собраться и немножко рассказать о том, что у нас как бы происходит, или точнее не происходит, но во многих средствах массовой информации, которые, в том числе и в которых вы представляете, постоянно какая-то такая напряженность сквозит вокруг клуба, вокруг команды. Понятно, что это связано с достаточно неудачными нашими результатами в последнее время. Мы уже на протяжении нескольких игр не можем одержать победу. Будем надеяться, что это нас озарит сегодня. В матче с Фулхэмом я не говорю о том, что там, ну, с учетом счета 0-3 в первом матче, конечно, нам будет крайне тяжело пройти этот английский барьер. Но, по крайней мере, думаю, что на победу мы рассчитывать сегодня можем. Хотя это футбол, вы сами прекрасно понимаете, на поле все будет решаться на поле, может быть, все что угодно. Так вот, вокруг этой напряженности, которая сквозит сейчас и в интернете, и в других там изданиях всяких, я хотел бы, как говорится, остудить горячие головы и сказать следующее. Как руководитель клуба, в том числе от имени президента клуба, что у нас с мистером Рамосом, вы знаете, подписан 4-летний контракт, он пользуется абсолютной поддержкой со стороны акционеров клуба, он пользуется абсолютной поддержкой со стороны руководителей клуба. Мы готовы, этот проект рассчитан на достаточно длительное время, еще 3 года. Я понимаю болельщиков, которые хотят результатов сиюминутных, но, по-видимому, не всегда это получается. Посему вот эти все разговоры, которые вокруг клуба происходят, там уже и фамилии каких-то тренеров приводятся, возможные кандидаты, я хочу это все отсечь, убрать. Тренер футбольного клуба Днепр на сегодняшний день Хуан де Рамос, он будет оставаться до конца своего контракта. Никаких сомнений в этом быть не может. Вот. Поэтому давайте мы немножко успокоимся. С вашей помощью прошу остудить еще раз горячие головы болельщиков. Надо просто набраться терпения. По крайней мере, если этого терпения нет у кого-то, то у руководства клуба его достаточно для того, чтобы продолжать работать над тем проектом, который мы запланировали год назад, когда пригласили Хуан де Рамоса в качестве главного тренера Днепра. Вот это, собственно, что я хотел сказать. Если у вас есть какие-то вопросы либо ко мне, либо к нашему главному тренеру, пожалуйста, мы с удовольствием на них ответим. Пожалуйста. Постелили новый газон. Мы рассчитываем на то, что он проявит себя хорошо. К сожалению, есть определенные нюансы. Газоном занимались люди, которые занимаются газоном на стадионе «Динамо» в Киеве. Все прекрасно знают, что у них идеальный газон, поэтому пошли по этому пути. Но, по-видимому, условия немножко, скажем так, содержания нашего газона разнятся. Это не по-видимому, это так и есть. Они разнятся с киевским. Вы знаете, что там открытый стадион у нас, к сожалению, он немножко по-другому спроектирован. Там недостаточно солнца, недостаточно продуваемость его. Но даже сегодня вы сможете увидеть, что по сравнению с предыдущими матчами он стал затягиваться. Я думаю, что когда мы получим паузу после игры с киевским «Динамо», там будет играть сборная, у нас будет практически 3 недели. Я думаю, что матч с Симферопольской Таврией, я хочу на это надеяться, меня, по крайней мере, так уверяют те специалисты, которые занимаются непосредственно газоном, он будет уже в хорошем состоянии. Надо просто потерпеть. У меня 2 вопроса. Первый вопрос главному тренеру, второй генеральному директору. Хуан де Рамос, вопрос следующий. Сколько вам нужно, как главному тренеру, времени, чтобы создать боеспособный коллектив и команду, которая будет играть на уровне с Шахтером, Фулхэмом? И господин Стеценко тоже вопрос. Как вы считаете, основные причины того, что на сегодняшний день пока такой команды не получается создать за последний год, что ожидалось вместо усиления, наоборот, команда стала хуже? Ну, в этом, я начну со своего вопроса, в этом, на мой взгляд, и причина, может быть,
Хуан де меня поправит. В команду влилось очень много игроков новых. Практически в каждом матче мы выходим на поле, и там 3-4 игрока только из старого состава осталось. Я не исключаю того, что им нужно просто время для того, чтобы освоиться, время для того, чтобы сыграться, время для того, чтобы понять требования тренеров, тренерского штаба. Вот, на мой взгляд, вопрос вот. А сколько нужно этого времени? Может быть, мистер вам скажет точно. Vale, eso no hay una fecha determinada, no la hay. Es decir, los buenos resultados siempre ayudan a que la cosa vaya mucho más rápida. Хорошая, в общем, никакой определенной даты здесь быть не может. Я вам не скажу никакую определенную дату. Естественно, хорошие результаты способствуют тому, чтобы это развитие происходило быстрее. Pero es verdad que han cambiado los objetivos en el micro. Ahora tenemos unos objetivos más ambiciosos. Queremos estar en Europa y queremos acercarnos a los equipos de arriba. На сегодняшний день совершенно четко понятно, что поменялись цели в Днепре. Сейчас мы хотим играть в Европе. Сейчас мы хотим приблизиться к командам, которые находятся наверху турнирной таблицы в Украине. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Tenemos una serie de futbolistas, bastantes de ellos, que son jugadores nuevos, de otras nacionalidades, jugadores jóvenes que necesitan un periodo de adaptación porque Ucrania es un país muy distinto, pues, por ejemplo, a Brasil, a Ghana, a Croacia, a esos países. При этом за один день все это сделать очень сложно. Мы говорили о том, что к нам пришли многие футболисты из других стран, молодые. Вы же понимаете, что Украина это не одно и то же, что Бразилия, Гана. Этим людям нужно время на адаптацию. И проблема в том, что в этот момент al Dnipro queréis exigirles los resultados que está teniendo el Shakhtar Donetsk, un equipo que lleva, no sé, 8-9 años trabajando de la misma manera, cuando el Dnipro este cambio lo ha hecho en 6 meses. И вы сейчас предъявляете к Днепру те же самые требования, что предъявляются к Шахтеру. Команде, которая уже формируется, которая находится в процессе роста, но я не знаю, сколько уже, 8-9 лет кропотливой работы. Si vosotros recordáis, el Shakhtar al año 3 o 4 no había ganado nada. Если вы помните, к 3-4 году своего роста Шахтер еще ничего не выиграл. Y con la paciencia y el trabajo, al final cambia la cosa. ¿Cuál es la urgencia? Que en estos momentos, dice, el Dnipro ha cambiado los objetivos. Ya es igual que el Shakhtar. Ya tiene que ganar el Shakhtar, ya tiene que ser campeón en la Liga de Ucrania. Paciencia, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Esto no es como un edificio que ponen un ladrillo y otro. Hay que tener paciencia, que la cosa vaya desarrollándose. Я призываю вас к терпению. Терпение и работа – это то, что приведут нас к успеху. Да, мы заявили о том, что мы поменяли наши цели. Сейчас от нас, кажется, требуют того, что требуют и от других команд, которые уже выросли. При этом это как здание. Нужно по кирпичику его строить. Терпение и работа. Entonces eso está generando una ansiedad en el equipo, en la afición, en la entidad, una urgencia que en estos momentos no podemos aguantar. Hay que tener tranquilidad y ir que se desarrolle el trabajo. No podemos ir con urgencias porque en todo se palpa que desde el primer día el Dnipro... Es cierto, yo soy el primero que creo que estamos teniendo malos resultados. Que el equipo puede dar mejores resultados, soy el primero. Pero también es cierto que hay una presión añadida sobre el equipo que está fuera de lugar porque es que no se deja respirar. Сейчас на команду ложится такой прессинг, не только на команду, на болельщик, на клуб, на коллектив в целом. Мы даже не можем продохнуть совершенно. Да я же первый, кто признает, что результаты неудачны, что результаты последних матчей не те, на которые мы рассчитывали. Но откуда такая спешка в том, что мы уже сейчас должны выигрывать и показывать ту игру, которая от нас требует? Не должно быть этой спешки, не должно быть этой нервозности внутри команды. Мы должны дышать свободнее. Андрей Викторович, можно вопрос? Вот сейчас сеньор Рамос упомянул Шахтер, и вспоминается такая ситуация, что Мирча Луческу в определенный момент был на волоске от увольнения, но тогда Ренат Ахметов перетерпел, так сказать, дал ему работать, и дальше, после этого Шахтер выиграл Кубок УЕФА. Можно сейчас сказать, что Лепа идет по тому же пути, то есть вы полностью доверяете Рамосу и ждете этого, например, приблизительно... Естественно, я же об этом только что говорил. Естественно. Мы готовы терпеть, нет вопросов. Столько, сколько потребуется. Еще один вопрос. Ну, очень неожиданно, что еще одна пресс-конференция прямо в день матча. Можно ли узнать, разговаривали вы до нее с Хуан де Рамосом и от кого исходила инициатива проведения вот именно этой пресс-конференции?
разговаривали, естественно. Мы всегда готовимся к таким мероприятиям, чтобы не было никаких неожиданностей. Вот. Что касается, я был инициатором, потому что вчера, когда Хуан де давал предматчевую пресс-конференцию, вот товарищ Ингаренко задал вопрос о якобы существующем конфликте между мной и главным тренером. Так вот я говорю, что у нас никакого конфликта нет и быть не может вообще в принципе по одной простой причине, потому что мы работаем в одной связке. Я просто отвечаю за определенный свой участок работы, как то материально-техническое обеспечение клуба, команды и так далее. А главный тренер отвечает за тренировочный процесс и за постановку командной игры. Там, ну, короче, с игроками вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть вообще даже говорить не о чем. Вот это все раздувается из непонятных каких-то разговоров, кривотолков, из интернет-сообщений, болельщиков. Там. Ну, нагнетание ситуации. Вот я поэтому и решил вас сегодня собрать, чтобы вы через свои средства массовой информации довели до людей, что у нас в принципе все хорошо, за исключением неудачных результатов последних игр. Но мы надеемся, что, я еще раз возвращаюсь к тому, что сегодня, даст Бог, эту полосу неудач прервем уже в сегодняшнем матче. Я хочу на это очень надеяться. Вопрос к вам и вопрос к вам, Рамос. Первый вопрос к вам такой. Во многих европейских клубах, наверное, в мировом футболе существует практика кнута и пряника по отношению к игрокам. У нас есть какая-то такая традиция, скажем, не традиция, а правила, если, допустим, они совершат сегодня подвиг и пройдут фухом, будут ли премии? Ну, естественно. У нас футболисты бесплатно на поле не выходят. Если они будут показывать безвольный футбол, смотрите, я понимаю в принципе ваш вопрос, только тут надо просто как бы разделять. Игра с Фулхэмом это игра в Лиге Европы с командой Премьер-лиги. Пусть там это не Манчестер Юнайтед, пусть это не Челси, пусть это там, ну, не топ команды, топ 5 или как оно там называется. Да, средняя команда, но не будем забывать, что это Премьер-лига. Это лучшая, одна из лучших лиг в мире. И даже средний ее представитель, ну, априори не может быть слабее Днепра. То есть не проход такой команды, как Фулхэм, естественно, какие-то штрафы или санкции применяться не могут. А вот если мы, допустим, будем принимать какую-то команду в чемпионате Украины, или, допустим, будем играть в Кубке Украины с командой первой лиги, или, может быть, второй лиги, и вот там вот проиграем, не проявив каких-то бойцовских качеств, выйдя на поле с опущенными носами, как говорится, там, руками, и будем думать, что мы их закидаем там, своим классом, мастерством и так далее, вот и не пройдем или проиграем. Вот тогда, конечно, будут вопросы и, возможно, даже санкции. И к вам, Грамос, вопрос. Сейчас, скажем, авторитет интернет-издания говорят о том, что вы хотите видеть в своей команде Андрея Воронина. Так это или нет? Я бы даже хотел дополнить. Вот вы понимаете, мы, конечно, проводим достаточно активную трансферную политику, вы это все прекрасно видите. Приобретаются достаточно известные футболисты за достаточно приличные деньги. И вот эта вот шумиха, которая происходит вокруг команды, называются какие-то фамилии. Там, вот я, насколько занимаюсь этими всеми трансферными делами, я понимаю, вернее, начал понимать одну очень простую вещь, что люди, которые стоят за тем или иным футболистом, за тем или иным клубом, они просто за счет Днепра пытаются какие-то свои цели, в том числе и финансовые, реализовать, спекулируя там той или иной фамилией. Вот он уже в Днепре, а если вы там его сейчас, другая команда, не купите, так он тогда в Днепр пойдет, там сплатят сумасшедшие деньги, вот купите, потому что он завтра буквально переедет в Днепр. 95% этих слухов не имеют под собой ровным счетом никакой почвы. И бывает, конечно, такое, что мы действительно ведем переговоры с игроком, и это выплывает, скажем так, на суд широкой общественности, и это является правдой. Ну, еще 95% это все домыслы какие-то, в том числе и вопрос поворота. Я думаю, что до конца трансферного окна, которое захлопнется 31 августа, вы еще много фамилий услышите. Неправдивых. О том, что тот или иной игрок переходит в Днепр. А потом сами же обсуждаете о том, что а не получилось его закупить, как это так, там и так далее. А мы даже о нем не говорили, не думали. Не исключено. Вы поймите еще одну вещь. Мы никогда не афишируем свои планы до того момента, пока мы на 100% не уверены в том, что игрок перешел в Днепр. А это значит, договорились
с его клубом и подписали трансферный контракт, а это значит, что игрок сам подписал личный контракт с клубом, и только в этот момент мы объявляем. Если что-то еще до этого момента не сложилось, мы всегда будем об этом молчать. Никогда вы не услышите от нас каких-то фамилий до того момента, как они реально становятся игроками Динамо. У меня вопрос к вам такого плана, сначала не о футболе. Многие болельщики жалуются, что во время матча не открывают все туалеты на стадионе. Но это не касаемо футбола. А касаемо футбола, все, кто сидит здесь в этом зале, и у всех болит сердце. За что? За то, что не будем говорить о Фокине, оставим его в сторону. Я не вижу в команде лидера. Вот никак воспитать этого лидера, который поведет за собой всю команду. Вот. Его пока не видно. Это первое. Получили какие-то удачные матчи в начале сезона. Вдруг что-то обломало, что-то произошло. Что произошло? Почему это так? Может быть, это недостаточно психологической подготовки именно игроков. Почему? Потому что пришли люди новые, у каждого свои там тараканы, у каждого свои семьи, там дети и так далее и тому подобное. Как их объединить? Я разговаривал с господином Рамосом, я считаю, что вот эти вот вещи, когда он собирает игроков с женами и с детьми, это нормально. Но может быть надо что-то еще сделать, подключить, может быть, каких-то артистов или не просто артистов, фокусников, чтобы сплотить как-то коллектив, чтобы мы увидели команду. Так как сказал Бахин, его не интересовал результат, но он увидел команду. Мы пока команду не видим. Вот в чем вся беда. По поводу туалета на стадионе, это я сегодня буквально не знаю, соответственно, болельщики, да. В чем там проблема? Я думаю, что на самом деле этой проблемы нет. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу. А что касается вашего вопроса насчет лидера, ну, лидером же не рождается, лидером не становится. Понятно. Иначе каким-то образом воспитывать внутри коллектива. Как его сделать? Ну, как его воспитать? Мы рассчитывали, допустим. Может быть, господин Рамос знает, как это сделать? Ну, давайте спросим. Líderes aparecen por generación espontánea. A uno no se le puede decir, mira, tú eres el líder o tú eres el líder. Es decir, o tienes madera de líder o no eres líder. Entonces nosotros el último jugador que teníamos de esas características podía ser Rosol, que era un jugador que acapara toda la atención y se puede considerar un líder, pero en estos momentos por desgracia no lo tenemos. Ну, к сожалению, мы не можем сказать, что ты будешь лидером, если ты вот станешь лидером. Нет, конечно, все это появляется спонтанно, все это появляется неожиданно. Надо сказать, что последний игрок, на которого мы возлагали надежду, Владимир Мислов, был Усов. Был Усов, это тот игрок, который мог бы объединить всех нас, человек, который имел все качества, все припасы для этого. Ну, получилось, так что, в общем, здесь, конечно, сложно. El líder aparece, no, no es una figura en la cual uno pueda nombrar a uno líder, sino que o tú tienes madera de líder, de que acaparas toda la atención, o por generación espontánea aparece eso. Eso se puede nombrar a uno. No es una cosa que sea líder. Ты лидер, нельзя сказать, ты будешь лидером, это человек будет лидером. Ни в коем случае, это просто спонтанно. Нужно иметь для этого талант, нужно иметь для этого характеристики, качества, лидерские. Андрей, скажем откровенно, последние лет 10 я прошло, то есть я проявлял на трансферном рынке. И вдруг в этом году вы взрываете его. После НЖ, наверное, на постсоветском пространстве я потратился больше всех, наверное, на приобретение новых футболистов. Чем это вызвало? То ли Долгойскому это надоело уже прискись, мы отстали от Шахтёра, Киевского Динамо в этом плане, или же Рамосу? Поставил такие условия, при которых он не видит, как дальше бороться с этими грантами и как забрать ведерку на европейскую. Нет, ну так в вашем вопросе, собственно, я ответил, ну, так оно и есть. Но мы на протяжении длительного времени не могли составить конкуренцию этим нам двум так называемым грантам. Я имею в виду Киевская Динамо, даже металлистов, я не смотрел этого. Там есть, правда, другие нюансы, которые я говорить не буду. Ну раньше вы не тратили, а вдруг сегодня в Узбахе... Ну правильно, потому что поняли, что тем кадровым магазином, который у нас был до этого, вряд ли что получится. Поэтому начали активно выходить на активничать на трансферном рынке. Можно? Андрей, до закрытия трансферного окна остается считанные дни. Скажите, успеет Днепр купить защитника? Или вообще будет действовать в этом году? Потому что до конца первого... Мы работаем над этим очень упорно, ежедневно, ежечасно.
есть у нас. Мы находимся в переговорном процессе сразу с несколькими рамками. Я не уверен на сегодняшний день, что нам удастся все это осуществить, но мы прекрасно понимаем проблему, которая беспокоит и главного тренера, и вас как журналистов. Это проблема в обороне, тем более с уходом, с завершением карьеры Андрея Русова. Мы над этим работаем. Не все так гладко, не все получается, но я думаю, что до закрытия трансферного окна мы сможем вас порадовать как минимум одним приобретением одного футболиста защиты. А нам Андрей Русов расскажет когда-нибудь вот об этом, что он ушел из футбола? Убежал, что он на базе, если вы хотите, можете у него интервью. Андрей, что из себя представляет селекционная служба Днепра? Кто туда уходит, кто возглавляет? Возглавляет спортивный директор Тищенко Вадим Николаевич. Входит Тищенко Вадим Николаевич, Емец Владимир Александрович, Игорь Владимирович, простите, и Яровенко. Руслан тоже будет? Теперь она пополнилась Андреем Русовым. Прощальный матч Русова не думаете, что я... Будем, конечно, так как. Вы поймите, но прозвучавшая вчера информация о том, что Андрей Русов заканчивает свою спортивную карьеру, она для вас, естественно, была... Вы это знали, да? Я, безусловно, знал об этом, но все равно это не год прошло. Это прошло буквально дней 10-12. Сразу так спонтанно и сразу организовывать прощальный матч. Наш к этому подготовились. Безусловно, мы сделаем. Это для нас знаковая фигура, это наш многолетний капитан, мы его уважаем, любим. Все почести необходимые однозначно. Вопрос господину Рамусу. Весной тоже не было выдающихся результатов. 2-2 с Таврией, там, результат в Харькове упущенная победа. Но весной была очень обнадеживающая игра команды, которая изменилась в корне. По любым критериям, как бы игра команды была именно командная игра. Куда делась сейчас эта игра, особенно последние игры с Черноморцем? В Полтаве вообще никакой игры не было. Мы вернулись в какой-то старый уровень, навесы. Куда, по мнению Рамса, делась игра, которую он же поставил в Nosotros como partidos malos, yo diría que el partido de Chinamores fue un partido que no jugamos bien. El partido de Bosca era un partido que podíamos o debiéramos haber ganado, pero los resultados, tanto con Catadores como con Fulham, pues entran dentro de lo posible, de que el equipo podría perder. Pero después del año pasado, ahora, ha habido un cambio importante en la plantilla, han venido algunos jugadores nuevos. Por ejemplo, Serino, que era un jugador muy importante para nosotros, ha marchado. Ha venido otro delantero que, por desgracia para nosotros, ha llegado en los últimos momentos y hemos estado jugando con jugadores que no estaban la temporada anterior. Hemos tenido que empezar otra vez a hacer el trabajo partiendo de cero. Y cuando es un trabajo nuevo, ahora hay que volver a hacer el equipo que habíamos hecho en primavera para dar un juego, un rendimiento parecido. Если говорить о том, что мы сыграли неудачный матч, я бы купил в этом плане матч против Черноморцев. Это был по-настоящему неудачный матч. Плохой, неудачный мы сыграли. Против Орсклы, ну, могли бы мы выиграть, в принципе. Но вы же понимаете, что проигрыши Шахтеру и Фулхэму, ну, они читались, они предсказывались. Это нормальное, как предсказуемое поражение, по большому-то счету. Если сравнивать нашу весеннюю игру с нашей теперешней игрой, то я хотел бы сказать, что все это обусловлено тем, о чем мы сегодня говорили. Команда меняется. На сегодняшний день у нас команда, которая отличается от той, которая у нас была весной. Вы же посмотрите, не просто мы подписали новых игроков, но мы и кое-кого потеряли. Ушел Селезнёк, который был лучшим бомбардиром команды. Новый нападающий пришел совсем недавно. Он пришел тогда, когда уже чемпионат начался. Поэтому ему нужно время для того, чтобы адаптироваться. Мы сейчас же делаем команду. Мы фактически начинаем с нуля. А мы начинаем с нуля летом. Весной была игра, но нам пришлось начать с нуля. Это как будто бы речь шла о новой команде. Мы будем работать над этим, пытаемся вернуться к той игре, которая у нас была в весенний месяц. Хотелось бы услышать ваше личное отношение к игрокам, к нескольким играм, скажем, на примере Матеуса. Безусловно, мы все понимаем, что у него сейчас тяжелая травма, но создается впечатление, что он пошел по пути Алсин. Нет, ни в коем случае. Это абсолютно разное. Если касаемо Матеуса, во-первых, у него не тяжелая травма, у него достаточно простая мышечная травма. Я думаю, что
после вот этого перерыва, связанного с играми сборной, мы опять его увидим на поле. Вот, никакой тяжести там речи не идет. Но что касается сравнения его с Алсидесом, это абсолютно, абсолютно два разных футболиста. Этот футболист хочет играть, он понимает ответственность свою за приглашение со стороны его главного тренера и так далее. Абсолютно. Никакого даже сравнения. Андрей, я все-таки, если можно, пока вы присутствуете, здесь Ван Дарамус вопрос такого характера. Значит, пользуясь тем образом, который вы рассказали, насчет строительства нового здания, значит, насколько мы понимаем, Днепр сейчас начался строить уже даже с фундамента, был заменен даже фундамент, и мы сделаем строительство. Сейчас мы говорим, что уже летом мы начали практически с нуля, по сравнению с осенью. Значит, и тем не менее, у нас все равно сейчас проблемы в защите, не хватает опытных игроков для того, чтобы полностью сформировать команду в том виде, в котором вы хотите. Как вы думаете, в зимнее межсезонье мы снова будем столько закупать строительного материала, что на весну опять будем начинать с нуля? De la imagen que usted ha creado, de la imagen de que estamos construyendo un edificio. Ladrillo por ladrillo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Usted ha dicho que ahora, en verano, está empezando a partir del cero la construcción del equipo. En invierno, usted también va a necesitar tantos ladrillos, tanto material para construir ese edificio a nivel de fichajes. ¿Usted va a necesitar fichar a muchos jugadores en invierno también para construir ese edificio? Esto que ha ocurrido este año, de fichar tantos jugadores, то, что сложилось в этом году, то, что мы подписали с таких игроков, solo va a ocurrir el primer año. Это будет только в этом году. A partir de este momento, vamos a trabajar con el 90% de la plantilla siempre los mismos jugadores. Сейчас мы работать будем намерены с 90% игроков теми же самыми, которые уже будут состоять. Si llega diciembre o llega la temporada que viene y vemos que hay una posición débil. Если в декабре или в следующем сезоне мы увидим, что есть какая-то позиция, которая нуждается в усилении, я предложу клубу, нужно подписать такого-то игрока на такую-то позицию. Pero nosotros estamos construyendo un equipo joven. Но мы-то строим молодую команду. Para trabajar 4 años. Для того, чтобы работать с ней 4 года. Para trabajar siempre con la misma gente. Для того, чтобы работать всегда с одними и теми же людьми. Para no andar con cambios continuamente. Для того, чтобы постоянно не менять ничего. Y solamente si vemos alguna grieta en una parte del campo, не только если у нас появится какая-то трещинка, какая-то брешь на каком-то участке поля, buscaremos la solución, pero nosotros tenemos que trabajar con el grupo en un 90% siempre la misma gente. Мы будем искать решение, но мы намерены работать с 90% тех игроков, которые у нас уже есть, с одними и теми же, в одной и той же группе. Все? Андрей Викторович, маленькая просьба, прежде чем вы уйдете, запечатлеть рукопожатие ваше. Пожалуйста. Запечатлейте. У меня такое ощущение, что мы вчера только контракт подписали. Éramos amigos antes y ahora y seremos mañana, ¿eh? Мы раньше тоже были друзьями еще. И сейчас друзья, и завтра будем друзья, поэтому что никому не удивлял. Не надо ничего придумывать. Ну вам уж не так надо. Вали, вали. Все, спасибо всем за внимание, всего доброго. Спасибо. Последний вопрос. Нет, ребят, ну давайте, у нас все-таки игра. Сегодня скажет господин Рамос перед тем, как они будут играть. Я не хватит 4-0 и все.